Вайран в исполнении Алексея Головни. О, Леша, несмотря на то, что у него нет соперника, максимально проезжает близко к отбойнику, попадает во все зоны и подтверждает свой статус победителя квалификации. Алексей Головня и Владимир Зиновский отстает. Вова очень сильно от Леши. О-о-о! Пытается догонять его по внутренней траектории, но слишком большой темп и узкая линия немножко сбили его с темпа, и он потерял управление немножко, отловил машину, но это уже, наверное, ноль. Ой-ой-ой-ой-ой! Близко чепа! Синхронная перекладка! Чуть-чуть заныривает внутрь. Отстает, но не надалеко. Чуть-чуть рассинхрон, но тем не менее. Очень близко держится Алексей Головня за Владимиром Зиновским. Ну просто съел его! Сожрал на завтрак! Алексей Головня проходит дальше. Владимир Зиновский в сетку проигравших. И Головня ведет в этом заезде. Вау! Сергей Кремец на 192-м Мерседесе пытается догонять его, сужает траекторию. Алексей все правильно едет. Сергей Кремец выравнивается, синхронная перекладка. Ой-ой-ой-ой-ой, очень хорошо. Очень хорошо. Немножко переуклился Сергей Кремец. Вы не подумайте, выравнивается. Это я сказал не выравнивает автомобиль, а выравнивается с Алексеем по заезду, имеется в виду. Дрифт-лиги. Итак, поехали. Итак, есть заезд. Близко Алексей Головня за Сергеем Кремцем. Перекладывается. Алексей сносит бампера, покойник. Догоняет Сергея Кремца. Синхронная перекладка. Ой, запрыгивает Алексей прям в заднее крыло Сергея. Прям практически в колесе. Колесо в колесо, мне кажется, с ракурса с лики проехали парни. И Алексей Головня проходит дальше. Сергей Кремец переходит в сетку проигравших дня. Ох, какой разрыв на постановке! Рассинхрон, но тут расстояние. Алексей Головня делает хорошее. Ай-яй-яй-яй-яй, какая ситуация-то, а? И уже далеко не первая. Что происходит? Что произошло? Друзья, в двух словах. Чепа отрынул колесо. Ух, хороший разгон. Алексей Головня близко к Александру Гринчуку. Александр дотягивает первый клип. Перекладка синхронно близко. Чепа. Гринчук правильно все едет траекторию. Еще одна синхронная перекладка. Чепа прям пожирает Александра Гринчука. Это был идеальный проезд вторым номером. Но, к сожалению, в первом заезде у Алексея проигрыш. И Александр Гринчук проходит в финал. Алексей сможет продолжить борьбу из сетки проигравших. Есть старт, мне сообщают. О, хороший темп. Синхронная перекладка, но внутрь залазит. Кремец, Головня хорошо широко проходит. Перекладка чуть-чуть опаздывает. Кремец, тем не менее, близко зачепы. Ай-яй-яй-яй. Видимо, покосился немножко, чтобы не допустить ваши контакт. Ваши аплодисменты, друзья. И чуть-чуть отселся, отвалился перед самым финишем Кремец. Внимание на трек, друзья. Хорошо, Алексей Головня. Кремец дает хорошую линию. Головня близко, синхронно. И здесь не повторяет ошибку Кремца. Головня держится у него в базе до самого финиша. И даже еще дальше. Алексей Головня проходит финал. Сергей Кремец, третье место. RTR Drift Attack. Есть старт, несутся они к зоне постановки. Ой, далеко ставится Александр Гринчук, отпускает на инерции, догоняет. Выходит за трассу. Ау! Ай-яй-яй-яй-яй. Очень сильный крэш. Очень сильный крэш, друзья. И это с учетом того, что там очень большое количество покрышек.